Приветищи! Мы находимся в Роблоксе, а именно Rocket Simulator. Так, что это? Гонку кто-то выиграл? О, нифига себе, здесь у нас гонки появились! Я, короче, раньше когда-то давненько играл в Rocket Simulator, но это какой-то новенький. Здесь есть гонки еще. Какие-то монетки, смотри. Во какие. Ну-ка, давай возьмем парочку. Опачки! Но монеты это туфта, надо полетать! Так, у нас здесь горит зелененькая лампочка. У нас 52 топлива. И значит... Оу! Блин, случайно полетел. Нажимая кнопочку 1 и полетели. Юху! Мои ноги куда-то исчезли, как будто их оторвало от реактивного топлива. И я полетел. Но полетел ненадолго. Так, ладно. Давай. Да. Я чувствую себя каким-то бесполезным существом. Давай, летим. Это моя ракета. Да, давай. Нет. Блин, засранец. Зелененькая лампочка горит, это значит к взлету готовы. Откидываем свои ноги и вжух, полетели как Супермен, да. Да, это конечно немного странновато смотрится, то что у нас откидываются ноги, мы становимся каким-то инвалидом, калекой, но ноги потом каким-то образом пришвартовываются к нам обратно, и это чудо, о чудо, ну конечно же мы же в игре, как же без чуда и в игре-то. Так, вот монеточку сейчас соберем, за каждую монеточку мы получаем по 2 коинца, у меня уже их 12. Надеюсь, что я потрачу их на какой-нибудь крутой апгрейд. Смотри-ка, как красная ракета. Ну-ка, давай-ка ее возьмем. Что у нас будет? У нас объем топлива увеличился. Это значит, что мы сможем дольше летать. Ага, вон там еще одна ракета. Ну-ка, полетели туда. Вьюх. Я знаю, как летать лучше. Надо подпрыгивать вот так вот и лететь. Я, правда, из-за своего шквала огня нифигашеньки не вижу. Но это ерунда. Берем еще одну ракету. И количество нашего топлива превратилось в 72 единицы. Ничего себе, можно скоро в космос полететь. Во-во-во, вот там тоже была ракета. У нас также здесь есть апгрейд-шоп. Давай зайдем туда, посмотрим, что мы можем. Спид-буст. Угу. Скорость к ракете добавляет. Это 1500 баксов стоит. Джамп-буст есть. И скорость бега у нас тоже есть. Вот. Скорость бега 500 баксов, самая дешманская. Но это мы потом как-нибудь прикупим. Так, есть у нас также, смотри, варианты нашего шлейфа. То есть у меня сейчас вот такой вот огненный, можно водяной, можно лава-лава. Ну, типа, сердечек будет шлейф. Каких здесь только шлейфов нету, ты посмотри, даже радужный есть, офигеть. Вот я бы радужный прикупил за 250 баксов. Может, когда-нибудь это случится. Но пока нам нужно накопить бабосиков и топливо. Так, а что у нас там наверху? Ого, нифига себе. А там, походу, крутотенечка какая-то у нас спряталась. Поскорее бы уже наши ноги надолго откидывались. Ну, чтобы мы могли высоко взлететь. О, ракетное топливо, полетели за ним. Короче, мне надоело на этой площадочке уже бегать. Давай-ка сейчас беремся вот сюда на камушек. Дальше попробуем забраться на дерево. Так, да, есть, получается. Не падаем. И я хочу посмотреть, что там за картой. Да, кажется, за картой пустотенечка, и там ничего нету. Но зато я вижу топливо. Полетели за ним. Есть. 93 единицы топлива. Растем немножечко. Значит так. О, ракета. Круто. И там тоже, смотри. Блин, хотел попаркурить, а тут такие дела. Но полетели, значит. Соберем сейчас. Мое топливо никому не отдам. Так. Ништяк. 108 единиц топлива. Там вон тоже ракета есть. И вон там наверху. А, ну ее уже собрали. Воу, на елке еще ракета. Очуметь. Ладно, я, короче, возвращаюсь на крышу дома своего. И буду паркурить. О, монеточка, спасибо. Значит, буду сейчас прыгать по крышам, как кенгуряшник. Кенгуруху, поехали, воу. Блин, долететь бы еще. Блин, не долетел. Но ничего, не беда. У нас же есть... это что, это изумруды, да? Прикинь, это изумруды, это не просто камни, это изумруды. Тут валяются разных цветов. Вот так вот. Наконец-то я на крыше снова. Вон там вижу ракету. Сейчас мы до нее доберемся. Опа, как мне фартануло. И там еще, смотри, и здесь еще. Гонки. Да, я хочу участвовать в гонках. Сейчас нас должны закинуть на площадочку, на трассу. Воу, нас закинуло на трассу. Ничего ж себе, ладно, полетели. Господи, ну и лабиринтище. О, последний рывок. Летим.
Эх, не хватило мне чутка. Прыгаем. Полетели. Вот так вот. Чувак первый прибежал. Ну, блин. А я вторым был. Эх, чутка мне не хватило. Так, зато я достану сейчас вон ту. Вон ту ракету. Давай, взлетай. Ну. Блин, единичку забыл нажать. Полетели. Опа, чуть-чуть осталось. Вот так вот. Красава. Отсюда так хорошо видно все. Там топливо, тут... сколько топлива-то, ты посмотри. Ей, мы снова на трассе. И я уже изрядненько так поднакопил топливо. Эх, не успел. Смотри, у меня 737 единиц топлива. Но, учитывая, как оно копится, это просто капец. Я опять иду вторым, но я хочу быть в этот раз первым. Блин. Кто-то нас обогнал. Причем конкретненько так. Кстати, накапливать топливо можно и просто нажатием одной левой кнопки мыши. Вот так вот бегаем. И видишь, у нас топливо появляется. Офигеть, да? Я до этого еле додумался. Вообще чисто случайно к этому пришел. Итак, у нас уже 324 коинса. Давай посмотрим, что мы можем прикупить. А прикупить мы можем... Да, тут ничего мы не можем. А здесь можем. Я хотел тогда прикупить радугу. Давай ее и купим. Есть, радуга куплена, отлично. Сейчас будем попердывать радугой. Ну-ка, проверим. О, да, ну слушай, это какая-то не радуга. Это больше похоже на какие-то конфеты. Или знаешь, это пончики приправляют такими, знаешь, палочками цветными. Вот, это на это похоже. Какие-то цветные палочки. Это не радуга нифига. Капец. Смотри, как эта радуга со стороны выглядит. Это же капец. Это просто ужас какой-то тихий. Такое ощущение, что у меня понос. Давай-ка лучше обратно вернем нашу огненную вот эту вот штуку. Как настоящие рокетмены будем. О, гоночки. Отлично. Сейчас поднакопим наше топливо и как стартанем. Сразу до конца, до финиша. Ну, я надеюсь. Так, понеслась жара, полетели. Смотри, какой мощный тип, он там впереди летит. У него явно куча топлива. Капец. О, меня обогнали. Я вообще третье место, походу, сейчас займу. Чуваки, стопы. Ну-ка. Да, я третье место, походу, займу или второе. Эх, если бы мне дали до финиша долететь, я бы по-любому второе занял. Знаешь, что мы сейчас с тобой попробуем? Мы сейчас попробуем залететь вон на ту верхушку елки. Так, вот так вот. А потом с этой елки мы полетим на один из вот этих камней. Ну, по-моему, ближайший это вот этот вот. Сейчас пробнем. Чел, а ну подвинься. Ты не одинокий здесь. Вначале нам нужно вон туда долететь. Потом вон туда. А потом оттуда вон туда. Офигеть. Один тип какой-то свалился. Ага. Ну что ж, полетели. У нас 900 единиц топлива. По-любому я сюда залечу. Ну да, в принципе. Я и туда, по-моему, долечу. Так. Ну же. Югу. Как я пролетел-то здорово. Нифига, чувак, рискнул. Так улетел туда, а потом хоп, резко сменил маршрут и полетел вон туда. Не, я так рисковать не буду, я лучше вон туда полечу. Полетели. Потому что топлива у меня как-то маловато. Хотя, кто его знает, может и долетел бы. Гонка! Есть! Конечно, на гонку. Подожду-ка я на этом камушке, а то меня сейчас на гонку забросит, а потом как выкинет куда-нибудь в космос. Так, готово, полетели! We'll be right back.
первый. Я хочу быть первым. Топлива бы хватило. Эх, чуть-чуть. И... Да! Прикинь, я первый, офигеть! Еее! Венхел вин ту рейс и получил 100 коинсов. И, кстати, нас обратно забросило на этот островок. Да ну нафиг, я так далеко взобрался и опять по новой лететь. Ужас какой. Чё-то у меня какие-то сомнения. Давай, чуть-чуть осталось. Ножи. Да, нифига себе. Вот это я, Рокетмен. Монстр, а не Рокетмен. Чуть-чуть осталось долететь вот до чудова. Всё, заправился. Ну что ж, полетели. Попробуем достичь этого острова. Слушай, ну это вообще ерунда. Я до него точно доберусь. Уже добрался. Оу, о, смотри, какие ракеты. Ух ты, сколько они добавляют. По десяточке. Как внизу обычной красной ракеты, так и здесь. Ну пипец. Я-то думал, они будут по 50, по 20 добавлять. А тут фигня какая-то. И, кстати, монеты здесь намного больше денег дают. Если внизу они давали по 2 коинца, то здесь по 4. Итак, последняя монетка, и я куплю себе новый шлейф. Так, шлейф. Чё бы купить? Сову? Утят? Рубаксы можно, смайлики. Блин, тут какая-то туфта вообще. Вот тут, ладно, давай купим уточку. Пофигу, уточки полетели. Не летит что-то, сейчас подожди. Полетели. Куча уточек, офигеть. Ты только глянь на это. Ох, жесть. У меня утиное расстройство. Да, похоже на это. Утиное расстройство. Ну что, мы продолжаем наше путешествие. Теперь наша цель добраться вон до того острова. Ого. Ты глянь, кто это стартанул. Офигеть. Неужели он долетит? Сколько ж у него топлива? Летит и летит. Ладно, меня уже опередили. Погнали тоже. Опачки, здрасте. Черное топливо. И сколько монет, интересно, дают? Денюшек у нас сейчас 48 коинсов. Берем монеточку. 60, нифига себе, сколько здесь монетки дают. По 12 коинсов дают. Очуметь. А топливо? У меня 1302 единиц топлива. Сейчас появится ракета. И посмотрим. О, ракета. Берем. Ну, чуть больше, ладно, чуть больше. Ладно, пришло время валить отсюда. Здесь какая-то большая конкуренция, целых 3 чувака. Итак, сейчас мы совершим рывок. Я надеюсь, что мы долетим прямо до острова. До зеленого рубинового острова. Ну что ж, погнали. Еще вначале вот на этот камушек рубиновый маленький. А потом на остров. Хотя не, слушай, я походу до острова долечу. Прямиком на остров летим, все. Маршрут изменен. Юху, сейчас приземлюсь там. Интересно, что у нас здесь? О, зеленый, огроменный. Рубину... Эть, не успел, блин. Конкурейшн. Ничего себе, не дают себе нормальненько так. Смотри, 340 коинсов у нас сейчас. Я сейчас собираю здесь монетку. И у нас на 8 коинсов больше. А топливо сколько нам дастся? 2159. Берем. 2179. На 20-ку больше, прикинь. Вот это нормас. Вот это круть. Да, мы покинули тот зелененький островок и продолжаем наше возвышение вон на тот остров. На песчаный, на желтенький такой, красивенький. Ого, как мы высоко взобрались, а? Да уж, вот это дела. Падать отсюда, наверное, очень больно будет. Но я как-то и не собираюсь и не хочу. Ну, а у нас осталось всего до ничего один шажок. Буквально сейчас вот зарядимся, точнее заправимся и полетим на этот остров. К взлету готов. Полетели. Утята, несите меня быстрее. Хе-хе. Главное в стенку лбэшником не врезаться. А то трещина по лбу поползет. Югу! Ух ты, как здесь круто. Здесь так светло. Приятненько. Ну-ка, монеточки, сколько вы мне дадите? У меня сейчас 524 монеты. 536. Угу. По 12 коинсов прибавляет. Отлично. А топливо сколько? У нас сейчас 2665. Берем. 2695. Нифига себе. Вот это прибавление. Вот это огонь.
Ну вот, мы накопили 1000 коинсов, а это означает, что мы можем купить себе апгрейд. Под самый конец видосика я могу наконец-то себе это позволить. Ух, ну что ж, давай зайдем в апгрейд-шоп и посмотрим. У нас здесь есть ускорение передвижения, то есть мы можем бегать быстрее. Вот это я и куплю. Или может jump power купить. Даже не знаю. Ладно, давай jump power купим, мы посмотрим. Подожди. Вначале посмотрим, как высоко я прыгаю. Вот на примере монеточки. Монеточка, где ты? Давай я сейчас прыгну, посмотрим. Вот я. Хлыбыш. Ну, почти на уровне монеточки. Вот такая высота прыжка у меня. Покупаем апгрейд. Так. Я купил? Да. Коинсы списались меня. Походу, что... Чё-то какая-то фигня. Какая-то туфта. Короче, прибавка есть, но она не шибко велика. Вот. Поэтому решайте сами, стоит это покупать или нет дела. Но я сейчас еще хочу поднакопить деньжат и попробовать купить Walk Speed Boost. 500 коинсов набрано. Смотрим, как мы бегаем быстро. Это как-то ужасно, да? Очень медленно. Покупаем Walk Speed Boost. Хопа. 500 коинсов списалось. И... Ну да, есть прибавочка, но она невелика тоже. Да. Как-то я не знаю, зачем вообще здесь апгрейд-шоп сделали, это какая-то дичь. Копил, копил, купил и разочаровался. Грусть, обида и печаль. Ну что ж, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Кому понравился плейсик, все ссылочки будут в описании, вот. Ну а также ставь свой лайкосик, оставляй комментосик под видосик. И не забывай подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить крутых следующих видосиков. Ну все, я с тобой прощаюсь, тебе всех благ, удачи и пока-пока. Ю-ху! А ну-ка, если я вниз на нитро полечу. Давай, вкручаем. Какой разгон, божечки. Меня сейчас расшибет в лепеху. На самом деле, я так медленно лечу. Ужас. Я быстрее так падаю. Утята несут меня куда-то. Воу, нифига себе меня как пульнуло. Жесть. И куда ж я так лечу? Ой-ой-ёшеньки. Далековато как-то мне обратно на базу возвращаться.